Звени, малыш, звени. Ничего мы сегодня не сделаем. Звонок должен звучать. В этот день актовый зал 53-й школы полон. Последний звонок. У некоторых ребят наворачиваются слезы на глазах. Провожать во взрослую жизнь пришли родители, учителя, руководители вузов и другие. В этом году выпускники подготовили креативные номера для учителей и всех собравшихся. Педагоги тоже отличились творческим подарком. Директор Юлия Галкина говорит, за 11 лет ребята стали родными. Мне кажется, что мы с моими коллегами, замечательными учителями, сделали самое главное. А самое главное в нашей жизни – это какой человек сформировался в школе, сформировался в своей семье и вышел во взрослую жизнь. А еще главнее – это то, что школа никогда не будет сниться в страшном сне, а будет сниться как сладкое, доброе воспоминание о своем детстве. Сами выпускники говорят, уходить со школьного двора грустно. Впереди ждут большие перемены. Но пришло время делать шаг на новую жизненную ступень. Очень грустно было. 11 лет очень быстро пролетели, буквально за секунду. И сердце аж бьется, не хочется уходить. Я продолжу деятельность правоохранителей, то есть пойду в МВД. Очень страшно было. Все равно внутри все тряслось. Хочется, конечно, остаться здесь, не выпускаться, но нужно идти дальше. Но чувства очень такие, очень грустные. Кстати, в школе последним звонком не ограничились. Ребята подготовили вальс, тоже последний. В этом году 53-я школа выпустила во взрослую жизнь два 11-х класса – инженерного и правоохранительного направления. Всего там обучалось 28 учеников. Такие маленькие классы, но вы знаете, как говорят в народе, мал золотник да дорог. Мы гонимся не за количеством, мы гонимся и даже не гонимся, а ставим перед собой главную задачу – это качество. Добавим, в этом году 84 барнаульские школы проведут последние звонки почти для 3500 учеников 11-х классов. Кстати, тех, кто решил закончить обучение после 9 класса, вдвое больше – около 8500. Напомним, всего в регионе в этом году выпускные пройдут для 39 тысяч ребят. Мария Кострева, Дмитрий Денисов. День с толком.